Того, что вы не могли подальше отойти, или вам просто лень, или вы, у вас физическая подготовка слабая, чтобы загнали на... там есть парковка вот здесь. То есть это барство какое-то, если вам можно, а остальным нельзя? За что спасибо? Ну почему вот там нельзя остановиться? Почему? Ну, зачем? Мне нужен конечный репортаж. Я почему? Сейчас вынужден буду вас задержать. Вы сейчас не надо, я при исполнении обязанностей. А вы какая у вас? Это ваша, не ваша? А, то есть у вас подарки, это обязанность, это мое дело. Вы сейчас превышаете свои полномочия. Нет, я не превышаю свои полномочия. Вы сделали замечание. Вы сделали замечание. Я вас услышал, даже извинился. Я уехал. Все. Ну, сейчас дальше. Я просто должен закончить репортаж, что у вас не оперативная была. Я еще раз, я сразу вам сказал, не оперативно, извинился даже. Так что вы уберите, сейчас уже не нужно. Это вообще лицо. Вы только мое лицо можете с моего согласия. Нет. Я еще раз говорю. Ковать без вашего согласия, если ролик имеет социальное значение. А он имеет социальное значение, и он будет опубликован, я об этом говорю вам сейчас. Спасибо. Я очень рад. Да. Потому что это социальное значение. Потому что вы используете транспорт служебный в личных целях, вы используете служебное время в личных целях для каких-то подарков, не являющихся по службе. Правильно? Правильно. Поэтому вы сейчас превышаете должностные полномочия. А превышение должностных полномочий сотрудникам силового ведомства – это социально значимый, он социально значимый, значит, по 152 статье ГК РФ, пункт 1.1, мне не требуется согласия на публикацию данных материалов, потому что я фиксирую вами сейчас правонарушение закона Российской Федерации, чтобы вы знали, и чтобы для вас это не было никакой новостью. А вы ссылаетесь на 152 статью, и она не распространяется на общественные места. Поэтому читайте правовую... Да по-настоящему, настоящему... Ни своих, ни чужих не жалей. Хотя бывает больно, но вердикт... Лучший. Материальный. По-настоящему, настоящему... И вам не кажется. Несколько. Согласен. Вердиктов ставь.